Наша организация, участники холдинга, производят более 60% всех белорусских лекарственных средств. К слову, стоит отметить, что отечественная фармпромышленность занимает больше половины нашего рынка лекарственных средств в целом. Причем, если говорить о лекарственных средствах, о их натуральном выражении, то мы производим 68% лекарственных средств, которые продаются, то есть 68% упаковок, которые продаются в нашей стране. Если говорить о госпитальном секторе, то есть о больницах, то этот процент еще выше. Порядка 90% лекарств, которые используются в стационарах, это белорусские препараты. К слову, это и позволило нам в свое время успешно пережить первую волну пандемии COVID, потому что из того перечня препаратов, которые наиболее использовались для лечения таких пациентов, в этом перечне было 180 препаратов, 150 – это белорусские препараты. И мы успешно обеспечили всю потребность, заявленную нашим здравоохранением.